На кухне. Именно на кухне. В гараже. У некоторых в гараже. Ну вот это кухня всегда самая теплая, самая душевная. И я надеюсь, что вот просто сейчас наша кухня, она просто разрослась. В соседней наливайке. Например, моя группа родилась в пивной. Да, отлично. В маленькой пивной. Небольшой. Лерочка, скажи, пожалуйста, вот у нас следующий после Одесса, которая объединяет нации, выступает группа. Эта группа есть, да? Они у нас есть, они уже пришли. Дорогие друзья, дорогие музыканты, у нас большая просьба, пожалуйста, выходите на сцену. Начинать. Они уже готовы? Я понял, они по 50, короче. Ну, готовятся. Ну, чтобы мы готовы. Это интересный проект, вот «Белка и стрелка» называется. Он же, я не помню, какое название. Ну, подскажите мне, что вы еще играете? Это, вот есть такая гламурная часть этого проекта, и есть такая андеграундная часть этого проекта. Нет, «Белка и стрелка», а есть вторая. В каком виде? А, и закрыт, да. То есть, если вы, то есть, гламурная часть «Белки и стрелки» — это «Изякульт», а не гламурная настоящая — это «Белка и стрелка». Но на самом деле оно все настоящее, вот, и все очень потрясающе. А это вокалист, руководитель, даже не знаю, скажите два слова о себе. Не скажу, что я очень руководитель, я не скажу, что я очень вокалист, но скажу от себя вокалом. Послушайте, пожалуйста, наши песни через несколько минут, потому что мы перевоплощаемся сейчас буквально, только приехали, к вам спешили очень сильно, немного задержались, поэтому извините, пожалуйста, сейчас мы перевоплотимся, буквально 2 минуты настроится барабанщик, вот, я надену костюм и тогда я уже расскажу о себе, так сказать, своим творчеством.